нас чисто срібло. Там є ці кості тисячолітні. Полякам круто повезло. У них не було Радянського Союзу. Тут ніколи не було нищення цього атеїстичного політики, так? Тут не нищились храми. Тому якби зайти в цей храм, рабка з тисячолітніми костями стоїть там до сьогоднішнього дня. Якихось 140 кілограм чистого світла, ювелірної роботи. І святий Станіслав – це покровитель королів. Святий Станіслав – це покровитель всього королівства. І святий Станіслав – покровитель всіх, хто має ім'я Стасік або Станіслава. Так? Ваш покровитель там, хто таке ім'я має. Ми пройдемо собі далі. Ви бачите, що почала змінити особи з парами. Вони вже ослабли і вдалося принаймні звідси їх витіснити. Далі ви бачите храм. Міська рада ходила не тільки в ратушу. По-німецьки рад ми перекрутили на раду. Так, радами. Міська рада молилась за місто. От Київська міська рада з ратуші ішла на Ринковій площі в храм Успення Пресвятої Богородиці Пирогощі. Це храм міської ради. У нас точно так, як в Києві. Храм називається Успення Пресвятої Богородиці. Вона називається Славкоцька. Там є обмінники валюти. Треба до половини вулиці.
сейчас, видите? Скорее всего, не попадет. Ладно, я предлагаю. День Святого Валентина мы начали с вами отмечать с недавних пор, и вот как раз мощи в архитектурной ансамбле набережной. И чехи, вы знаете, 3 года ходили с плакатами. Домик появляется в 1995 году. Они ходили с плакатами, сказали, что немедленно убрать, немедленно разрушить. Потому что как-то вот нет гармонии. И как только открывают на верхнем этаже танцующего домика французский ресторан с молекулярной кухней. Вот, почему у вас там слово «сметана» написано? Мы говорим не «сметана», а «сметана». Вертершек Сметана, наш чешский композитор. Вы знаете, 12-й ребенок в семье родился. Да, родился он в той семье, где 11 подряд девочек было. Рождается 12-й, и мальчик, его тут называют прям чешским Моцартом, потому что с 3-летнего возраста он интересуется нотами, в 5 лет уже что-то сочиняет. Вот такой интересный был ребенок, вы знаете, одаренный ребенок, которого так и звали прям чешский Моцарт. Ну, Моцарт, мы с вами знаем, что он родился в середине 18 века. Прожил очень короткую жизнь, всего 35 лет. Вот. Ну а наш Вертершек Сметана все-таки такой пожил, молодец. С левой стороны мы с вами видим мост, под которым мы с вами прошли, когда выходили из шлюзов. Мост раньше назывался в честь Франца Иосифа, потому что конец 19 века, когда строился этот мост, правил кто? Франц Иосиф. Франц Иосиф с 18 лет правил до 86 лет, он дожил, правил 68 лет. Вначале это была Австрийская империя, потом она с 1867 года становится Австро-Венгерской империей. И вот он правил достаточно очень долго. И в честь него был назван мост Франца Иосифа, потом у нас была Чехословакия, распад Австро-Венгерской империи, помните такой период?
28 октября 1918 года образовалась Чехословакия. А в Чехословакии главный праздник какой был, друзья? 1 мая, День труда. И мост стал называться в честь 1 мая. А когда уже Чехословакии не стало, то мост стал, знаете, как называться? В честь военных, в честь легионеров. Вот так и называется мост легионеров, который у нас сегодня остался за спиной. А мы с вами сейчас приближаемся к Карлову мосту, друзья, и у нас все шансы есть на то, чтобы попросить у Яна Непомуцкого еще раз все заветные желания, когда вы были на Карловом мосту, были, загадывали желания. Вот, так что сейчас мы можем попросить, снова повторить наши желания. И я не помню, это действительно католический святой. Сейчас кто со мной на верхней площадке, смотрите, вот зеленого цвета скульптура, это памятник Яну Непомуцкому. Пять звезд означает слово «молчал», не видел тайну исповеди королевы, слово «молчал» на латинском языке. Пяти букв, значит, пять звезд, это пять букв. Над головой Яна Непомуцкого. С левой и с правой стороны мы с вами снова видим ледолома. С левой стороны рыцарь Брунсвик. Единственная скульптура, которая находится за мостом. Третья скульптурная композиция на мосту. Так что, друзья, мы с вами можем здесь загадывать желание. Самое заветное. Но потом похлопать в ладоши, покричать «Ура!», как только кораблик наш пройдет. Друзья, будем ждать, пока пройдет, пока все загадают, пока тихонечко загадывают. Ну что, кораблик прошел? Друзья, задняя площадка, вы что-то не хлопаете, мы вас поддержим. Ура, 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 ура! Ну вот, молодцы. Друзья, решеточку мы с вами с правой стороны как раз видим, то заветное место. Кто-то верит в чудеса, кто-то не верит. Но вы знаете, Ян Непомуцкий кому-то за 40 минут помогает, а кто-то и несколько месяцев ждет исполнения желания, а кто-то даже и несколько лет. У нас в мае месяце была туристка, которая рассказала свой случай. Она 12 лет назад первый раз приехала, тоже со скульптуром, приехала в Прагу. Ей очень хотелось посмотреть Карлов мост наш. И вы знаете, когда она прошла по мосту, то для нее было важным желанием это не просто выйти замуж, а именно она попросила Яна Непомуцкого найти вторую половинку. Представляете, Ян Непомуцкий 12 лет подбирал ей женихов. Понимаете, 12 лет она ждала свою вторую половинку. Если бы загадала желание просто замуж выйти, то, наверное, бы и через год, и через два бы выскочила. А так все-таки просила о второй половинке. И вы знаете, она приехала в мае месяце, ну, это уже в прошлом году, не в этом году, друзья, в прошлом году, я еще так, знаете, немножечко по инерции все. Так что хочется сказать, она приехала со своей второй половинкой, благодарить Яну Непомуцкого, не просить. Она говорит, понимаете, главное желание, которое вот мне хотелось, чтобы исполнилось. Вот видно, что действительно муж, вторая половинка, вот прям над ней не дышит. Бывают люди, действительно находят прям друг друга, и видно, что это счастливая семейная пара, и дай Бог нам всем такого счастья, видно, что они прям очень бережно и очень нежно относятся друг к другу. Мы с вами с правой стороны видим еще над мостом, над Карловым мостом, видим такой высокий холм, это Петершинский холм, и башня, которая нам немножечко напоминает эфир. И туристы часто спрашивают, а что это такое, что это за башня, какая-то вот похожа на Эйфелеву. Все дело в том, что в конце 19 века чешские вельможи, знаете, все хотели такую же башню увидеть у себя здесь, на родине. Были они, конечно, в Париже. Башня Эйфелева так понравилась, что они говорят, будем строить себе такую же. Строили, строили, собирали деньги, собирали, но 60 метров им всего хватило. Ну куда ж такую маленькую башенку было поставить? Ну, вы знаете, чешский язык очень забавный. По-чешски слово «хитрый» означает «умный». Ну, вот такие хитрые-умные чехи поставили высокий холм башенку, свою 60 метров. Ну, правда, над смотровой площадкой, там еще видите, антенна такая. Вот еще 20 метров, так что она у нас и не 60, а 80. Но там, где видим под антенной смотровая площадка, где башня как раз расширяется, там потрясающий, очень красивый вид на Прагу, и он на 105 метров выше, чем Парижская Эйфелева башня посмотреть. Потому что холм 325, понимаете? У нас холм очень высокий, поэтому так все и получилось.
Сейчас кораблик разворачивается. Сейчас мы с вами, кто на верхней площадке, уже видим собор Святого Вита, Пражский град. Кораблик развернется, если мы посмотрим налево. Дворцовый комплекс Пражский град с вами увидим. Кто-то уже был на экскурсии там, на левом берегу. И вы знаете, историческая часть нашего города, она действительно самая большая в Европе и в мире, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Набор 19, подивіться оцінки, ми під'їжджаємо все ближче. Буде важче оцінити повністю всю будівлю, оглянути. І там не наче бачити ось ці зараз колони. Можете озирнутися зараз трішки ще назад і подивитися. Будинок Хольдерквасера вражає не менше. Він теж прекрасний, дехто з вас сьогодні матиме змогу його подати. Дякую.